Ну, если я правильно понимаю, постепенно от магистральных, от самых главных улиц будем переходить к второстепенным. Да, совершенно верно. Но какие-то из крупных, из главных улиц Воронежа будут отремонтированы? Ну, назову, наверное, улицу Кольцовскую. Кольцовская? Да, это вот самый большой объект. Угу. Хотелось бы, и у нас сформирован, поделюсь, может быть, ну, секретом, наверное, это никакой не секрет на самом деле. У нас есть еще резервный, скажем так, пул улиц, больших, вернее, небольших по протяжению, но крайне важных и больших по площади. Это самое главное, это Московский проспект, улица Плехановская, проспект Революции, улица Беговая. Но у нас сейчас на эти улицы пока нет финансирования. Есть такая задумка, есть такие мысли, ведутся переговоры по выделению дополнительного финансирования именно с федерального бюджета, потому что без федерации мы здесь, конечно же, не обойдемся. Так вот, очень надеемся, что по результатам заключения контрактов в целом по всем агломерациям, 36 агломерациям, которые участвуют в этом приоритетном национальном проекте, будет сделан вывод о том, кто на какой стадии находится. Почему? Объясню. Потому что 31 марта это очередная контрольная точка. Да. Это в это время должны быть всеми агломерациями заключены контракты на выполнение ремонтных работ. То есть, соответственно, кто не успевает к этому моменту, вполне возможно, что произойдет перераспределение финансовых средств. Ага. То есть, если кто-то не успеет, то останется условно Мы говоря... на это очень надеемся, потому что мы в этом плане находимся в качестве лидеров. Это подтвердил, собственно говоря, министр транспорта, который проводил видеоконференцию, наверное, пару недель назад. Подводились промежуточные итоги, и по ним мы там в тройке прозвучали лидеров именно по проведению работ по контрактованию. По своевременности. Да? Своевременности, совершенно верно. Тогда, знаете, Олег Владимирович... Поэтому не оставляем мысли о том, что можем получить какие-то дополнительные финансовые средства. Тут же возникает следующий вопрос. А что мешало включить в план ремонта как раз Московский проспект и Плехановскую и некоторые второстепенные улицы отложить, ну, еще на... Поясню. Этот проект подразумевает в себе, кроме выполнения каких-то контрольных точек, самое главное достижение конкретных показателей, которые закреплены на годы вперед, да, и которые мы не можем не выполнить. Так вот, основным показателем, влияющим на достижение, да, целей этого проекта, является доля дорог, отвечающих нормативным требованиям. Она измеряется в километраже. То есть выделяется определенная сумма. Если отремонтировать Московский проспект, очень широкий. И не отремонтировать, условно говоря, улицу Челюскинскую. К сожалению, да? таковы правила, установленные не нами, и мы должны им следовать. Но даже в том случае, если не будет финансирования по этим объектам в этом году, то есть дополнительные средства мы не получим, в любом случае эти объекты у нас пойдут на 2019 год. И эта программа не заканчивается, она действует до 2025 года, поэтому мы в этом плане себя достаточно спокойно чувствуем. Но, естественно, эти улицы не останутся без внимания, тем более, что Московский проспект у нас является одним из основных маршрутов движение команды участницы чемпионата мира. Мы знаем, что у нас планирует базироваться сборная Марокко на период проведения чемпионата мира по футболу. Определены маршруты движения. Из аэропорта в центр города? В том числе, да. Поэтому здесь мы тоже предусмотрели небольшие, конечно же, по объему, но, тем не менее, средства на проведение так называемого ямочного ремонта, устройства карт на наиболее неблагоприятных участках, там, где будет наиболее интенсивное разрушение покрытия вести.